Здравствуйте. Для начала, как и обещал, хочу поставить целиком кусок интервью главы администрации Самары Олега Фурсова по поводу его оценки деятельности самарских коммунальных систем, вексельберговской фирмы, которой на 35 лет отдали в аренду активы Самарводоканала. Какие нам красивые истории рассказывали тогда, мол, как все изменится к лучшему, когда этим якобы запущенным хозяйством займется частный капитал, у которого есть и деньги на реконструкцию, и желание их вкладывать в необходимых объемах, и будет нам всем счастье, аварий, порывов и некачественной воды в кранах, ну если совсем не будет, то будет гораздо меньше. Ну и вот прошло несколько лет, то есть уже можно делать какие-то определенные выводы. Но вот пришедший управлять городом новый человек их и сделал. Самарским коммунальным сетям. Они взяли у нас в аренду на 35 лет водоканал, да? Вот они собирают ежегодно более 3 миллиардов рублей взносов с населения. Причем тариф они подняли на 35%. Значит, их инвестиционная программа должна была, по их инвестиционной программе, они должны были вложить 5 миллиардов 200 миллионов рублей в развитие сетей. Вот вложено всего 400 миллионов, менее 8%. Понимаете как? Значит, почему у нас трубы рвутся? У нас же трубы никогда так не рвались. Да, как в этом году, как в прошлом году. Значит, потому что их нужно ремонтировать. Когда люди сюда заходили, они четко отдавали себе отчет в том, в каком состоянии находится город. Сейчас происходит, что они латают дырки. Латают, кстати, очень быстро, молодцы. Но трубы-то они не прокладывают. Значит, мы строим дороги. Значит, в следующем или там через 2 года они захотят втянуть трубы, и они весь город перекопают. Мне вот их ситуация совершенно непонятна. У нас запланировано заседание коллегии администрации города в марте. Мы послушаем, как они исполняют свой инвестиционный договор, что им мешает эти деньги вкладывать, куда вообще они эти деньги направляют, на какие цели. Мне, как главе администрации города, это непонятно. Поэтому моя позиция заключается в том, что при грамотном директоре водоканала мы могли бы самостоятельно эти деньги собирать и инвестировать под руководством города в развитие сетей Самары. Сейчас я этого не вижу. Я эти вопросы задавал Бирюкову. Но договор на 35 лет заключен. Да, я думаю, что мы будем понуждать их все-таки вкладывать деньги в развитие города в рамках тех договорных обязательств. Если мы столкнемся с тем, что они будут категорически отказываться выполнять инвестиционный договор, мы будем искать другие решения этого вопроса. Но просто созерцать на то, что трубы рвутся по несколько раз в день, обвиняет в этом, так сказать, администрацию города, да, послушайте, коллеги, но это по меньшей мере несерьезно, это не по адресу обвинения. Поэтому мы намерены спросить СКС вот на предмет, который я сказал выше. Действительно интересно, ну как же так? Обещали так много, а получается, что делают так мало. Всем, думаю, было бы интересно послушать, почему, но предположу, что опять можем услышать сказки про то, как отрасль убыточна, и других вариантов в сложившейся обстановке нет, даже несмотря на рост тарифов. Одного тогда понять не могу, ну а зачем же Вексельберг вообще так настырно лезет в коммунальную тему по всей стране? Я вот не думаю, что заради альтруизма одного он бизнесмен. Он на этом хочет, наверное, зарабатывать, но если на этом можно зарабатывать, то почему это делает дядя со стороны, а не город? У города во всем, что касается коммунального хозяйства, не должно быть задачи срубить банк. Бабла, у города должна быть задача создать работающую максимально эффективную систему. Ну, то есть, собранные с населения деньги город мог бы, да, наверное, и должен бы полностью, понимаете, полностью направлять на перекладку сетей и реконструкцию инфраструктуры, не закладывая никакой чистой прибыли для хозяина. Ведь городу интереснее не барыши от этого какие-то поиметь, а сделать так, чтобы не было аварий и напрягов для населения.